идет съемка, да? Блин, заканчивается, а ты уже, блин. Класс, да? А Герман, вот сюда смотришь. Да, 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 да. Справа отбойник. Да. Да, не, не, нормально. Отбойник вижу. Хорошо. Вот так мы развозим обувь. Прямо не вижу, бока вижу. Детям-сиротам. Ну, ты ориентируйся по отбойнику. Это в любом случае ты прав будешь. Как бы там ни было, вот. А встречные фары, вон там встречка едет, далеко, но далеко. Не, нет, ну вот я контролирую, вот этот асфальт, асфальт вижу. И столбики. Ну, главное, ты не ускоряйся, не надо, ускоряться не надо, езжай спокойно. Не ругайся, я записываю. А я, да. Что, поругался, нет, нет. Это давно было. Ну это было давно. Не надо вспоминать, что было давно. Так, ты что-то сильно вправо прижался, мне кажется. Нормально. Ну там столб, столб. Это столбы, опять. Столбы. Это встречка. Нет, встречка вот едет. Вот встречка, вот левее, видишь, встречка. А это столбы. Нет, я встречку. На первый столб я думал встречка. А как ее мог видеть, если она вон там, вон внизу. Да, да, да. Ну как это, она же снизу. Тебе пришли, видимо. Да, да, мне тоже пришли, выставим на сайте. То, чтобы люди видели, как мы отвозим зимние ботинки детям-сиротам. Потому что, да, потому что люди не понимают вообще, что такое Россия, особенно вот друзьям из Великобритании. И вот эти вот фотографии, фотки, вот да, эти да. Вот красивые там всякие поделки. Да, поделки, да, тоже. Не, ну вообще, конечно. Да, ну я не, там ну, что-то почти. Скину, да, я скину там пакет там целый там, я нащелкал. Вот, это мы едем, это время всего лишь без 15:07 вечера. Вот. Есть отдельные отмороженные смельчаки, которые, вот видите, целыми колоннами едут. Вот. Нет, но, им, но им до дома уже осталось 15 километров, а нам еще 300 километров до Москвы. До Белгорода нас заночуют, они до Белгорода. Как она, федеральная трасса называется? Да, это федеральная трасса Крым. Не важно, она на юг идет. Не факт, что тут все орловские едут. Вот, но мы, нет, в основном в это время... В субботу вечером, в это время в Белгород едут мало. Это вот фуры могут ехать какие-нибудь, еще что-нибудь. Ну, фур много. Ну, это что, песочек сыпет? Фуры, автобусы, они могут... Они же выезжали из Москвы, метели не было. Метель-то началась здесь, и циклон идет на Москву, правильно? Да. И вот на том, который сейчас влетел в эту метель... Ну, в общем, да. Мы, кстати, вместе с циклоном едем. Идем, да. Поэтому мы, походу, всю дорогу будем так ехать. А вот те, кто ребята навстречу едут, они сейчас въехали и выехали, и дальше смотрят. Ну, не думаю, потому что там это в Орле это пришло, оно идет откуда-то с юго-запада. Она идет с Украины, с Беларуси. Да, ну это вот, это получается с юго-запада идет на северо-восток. Должны хотя бы на край выехать циклона, правильно? Ну может быть. С такой скоростью он нас догоняет. Ну, не, я думаю, хотя да, он может ехать со скоростью 30 км в час спокойно. Нет, сегодня утром, вот, когда мы выезжали, мне сказали, что южный ветер дует. Южный ветер. Южный ветер, поэтому циклон идет с Украины, с Беларуси на Москву. Южный ветер, да, и вот он несет дурацкий циклон на юг, потепление, поэтому завтра будет знак, блин. Да, потепление. Угу. Блин, с горки она сама разгоняется, короче. Угу. Это как у летчика. Да. О, сейчас в горку. Она в горку, да, причем так резко, блин, да, пошло. Нифига себе, да. И не видно ничего. Слушайте, а мы тоже народ собрали. Ну, конечно. Не один последний. А им деваться некуда. Нет, ты посмотри, какой боковой ветер тут. Тут снег горизонтально летит просто вообще. То есть не под углом даже, а так горизонтально просто. Это как у летчиков, да, вот алуросовские, они по стакану сажали самолет. Офигеть, вот в такую, в лесу. Да. Пипец, конечно, молодцы. А у них по все уровню, приборы отказали. Уровню воды в стакане. Горизонталь, короче, понять. Темно. Че, посадили? Молодцы такие. Профессионализм. Был алуросовский. Алуросовский. 154. Еще до Москвы еще 300, 280 километров такой дороги. Вон впереди встречки едет. Да. Ну, в общем, видимость в данный момент это по встречке. Они подсвечивают фарами, видно, а так видно метров на 10. Побольше встречки, что ли, было, что ли? Ну, сейчас ближе к Москве будет больше, да. Но там могут быть и проблемы, потому что вот эти фуры на горках начнут буксовать.
Вот сразу. Свечки нет, все, вот светит фар 10 метров, да. Ну что, выключаю? Выключаю.